Окей, всем привет, мы здесь на третьем дне Intel Extreme Masters, мировые финалы, и позади меня сейчас команды Fnatic и Frag Executors из Польши и Швеции, соответственно, готовятся играть стыковой матч за право выхода в полуфиналы плей-оффа. Ну что можно сказать, вот на данный момент мы видим, что матч должен был начаться в 9 часов 10 минут утра по местному времени, но опять возникли какие-то проблемы у игроков, находящихся на этой стороне с наушниками. Сейчас видно, что Карен пытается настроить Пити наушники, но, видимо, что-то не получается. У Frag Executors с той стороны все нормально, как это было в матче Na'Vi против Evil Geniuses, который вообще открывал этот турнир, действующие чемпионы тогда победили. Нам остается подождать, я думаю, буквально полчаса до начала одного из важнейших матчей. Это будет принципиальное противостояние двух команд, которые уже на протяжении нескольких лет борются за высшие места на мировом топе Counter-Strike. Матч пройдет до двух побед по системе Best of 3. Та команда, которая выиграет две карты, пройдет в полуфинал, где встретится, если мне не изменяет память, с SK Gaming. SK Gaming, напомню, вышли на первом месте. Вот можно видеть, что Карн закусывает бутербродиком, Дельпан пробавляется редбульчиком, игроки настраиваются, видимо, была тяжелая ночь у Дельпана, пытался как-то свое АВП заимпрувить, улучшить. Надеемся, что его АВП будет лучше, чем шафт Авика на европейских финалах. Да, ну, шафт Авика был плох на европейских финалах, потому что он пообщался с Razer Girl. Окей, ну и это был Games World прямо из Ганновера с Intel Extreme... Прямо с Intel Extreme Masters World Championship. С вами, для вас ведут репортаж Марчелло и Лексич, так известные как Март и Сашел. Спасибо, не переключайтесь.